Хаш-хаш-хаш! Всем привет! Че, будем испытывать сегодня, как я и обещал, Cold Steel, Кукри, Magnum, Magnum, Кукри, Мачете, неважно. Начнем с баклажек. Ну, вы помните, то есть бумажку она режет вот где-то до сюда, а вот здесь вот прямо ее можно в руках вот так вот держать, она тупенькая. Ну, сейчас проверим, чуть-чуть поиздеваемся. Там. А что-то мне кажется, что она не разрубит ее. Давайте. Ну, в принципе, разрубила, но донышко-то не осталось стоять. Это неправильно. Должно донышко. Мы вот так вот рубанем. Ну, это получше. Блядь, я, сука, все залил. Ну, ладно, представим, что мы пришли в лес после дождя. Пойдемте-ка найдем дров. Ну, надо раздобыть дров. Я думаю, что я полностью рубать не буду. Сейчас просто посмотрим, как оно в ошпе будет ходить. Если честно, как-то неохотно оно входит. Древесина. Я думал, будет гораздо лучше. Если честно. То есть, чтобы отбить такой кусок бревна, придется знатно потрудиться, на самом деле. Конкретно отбивает, резонирует в руку. Просто жесть. Вот эти насечки. Лучше бы она была гладкой. Но серьезно. Просто сразу же бьет по руке. Причем я не ожидал такого эффекта именно от рукояти. А, капец, все уже. Уже попродирала руку. Вот у Трамонтиновской она гладкая, деревянная, и я даже рубил, у меня даже мозоли не появлялось. Теперь я понимаю людей, которые говорят, что типа мозоли. Но что вот если такая рифленая ручка, что ли, как это назвать, учитывая даже то, что это резина, она все равно очень конкретно хреначит по руке. Не, все, я манал. Надо найти что-то потоньше. Погнали. Нашли мы поменьше дровяняшечку. Сейчас просто посмотрим. Трамонтину я, конечно, тоже взял. На проникающую способность, да? Вот таковым ударом. Ну, видим, да, как оно вошло. Бить буду одинаково. Чуть поменьше, да? Здесь, смотри, вот до сюда заходит. А, фокус. Вот. Где-то на 3/4. Трамонтина чуть меньше, чем наполовину. Сейчас попробуем его полностью разрубать. Сильно ударить. Нужно разрубить. Не. Не, полностью не хочет. Как-то так. Ну давайте еще так вот попробуем. А, сломалось. Не, все, это уже не годится. Ладно. Ну, в общем, так вот предварительно. Конечно, за счет формы, за счет длины, размах и удар получается сильнее. Но если это мелкие рубать какие-то дровишки, да, вот такие вот, которые не резонируют, не отдают назад в руку. Когда я начал рубить вот это толстое дерево, оно конкретно отдает, и держать ее просто невозможно. Нужны перчатки по-любому.
А трамантиной как бы, ну, дольше можно работать. Хотя у этой удар чуть посильнее чувствуется. Ну, сейчас, может, еще что-то найдем. Все, погнали. Ну, тут, короче, пацанский такой ужин. Костер чисто для тепла. Здесь порубленная сосисочка. И на печечке -то жарится. Сейчас подкрепимся и будем дальше мачетку испытывать. Он Серж приволок дровей. Серж! А ты уже научился, да? Умеешь? Да, уже умею вырезать, поэтому я это вырежу. Значит, уже темнеет у нас, поэтому мы так решили что-то еще под, ну, среднего такого размера, вот это вот. Но вот это покромсать как бы трамантиной, тут не вопрос был, в принципе. Шо, что, да, положи, положи ее. Вот так вот именно? Да. Ну, видим, сухой, опять та же тема, вот три удара, все, капец. Здесь вот на отморозе. Вот я бью, мне в руку ничего как бы не резонирует. Я голой рукой бью, и я перерублю. Несколько усилий там еще, да? Давайте теперь этим попробуем. Да, она глубже заходит. Но 3-4 удара и все. Сейчас будут мозоли уже. Да ну нахер, вот реально. Вот это вот врезается. Так, и ну еще сейчас давайте проверим. Не вырубай. Бумажечку взял. Не знаю, конечно, как она будет сейчас. Ну тогда мы видели, что она резала, в принципе. Да ё-моё. Да, она бумагу резала. Да, то есть назвать ее тупой нельзя. Видите, что в принципе, вот, бумагу она режет. Как и трамантина режет бумагу. То есть, в принципе, заточка примерно одинаковая. Но вот этим работать гораздо комфортнее, чем вот этим. То есть, вот этим колстилом по мелким, ну, 2,5 сантиметра веткам, с большого размаха, просто чтобы их вообще вот срубать. Если такое бревно более, скажем, матерое, то вот это капец. В руку сразу же отдает, сразу же мозоли. Ну, не знаю. Все равно трамантина, хоть я супер люблю колстил, трамантина must have. С вами был еще разок. Подписывайтесь на мой канал. Увидимся. Пока.